Вы отсюда, с этой конторы? Где все на час? Чего вы сюда зашли? Ого, простите, видите. Чего вы сюда зашли вообще? Ну мы зашли, ищем на час. Ну так а чего вы сюда зашли? Это выйдите, пожалуйста. Так а вы кто? Меня зовут просто Татьяна, я просто решила тут посидеть. Мы тоже решили посидеть. А, ну мы с вами. Ну, мы если вы долбоебы, я вам помогу, объясняю. Укрводхоз напротив кабинет. Что вы от нас хотите? Ну все, мы от вас уже услышали. Ну так вышли отсюда. Вы находитесь на территории государственного предприятия. Ну и что? А вы при чем тут? А у вас тут подпольная ячейка торговли оружием. Да пошли вы нахер, отсюда все корм. Вы можете снимать сколько хотите, но сначала лица мне покажете. Камеру убрали? Да, еще раз да. Повторила, камеру убрали. Мальчики, объясните мне, пожалуйста. Камеру уберите, пожалуйста. Камеру убрали, что вам камера на подобрать? Вот юрист. Потому что тут... Так, а что там находится? Вас попросили выйти с камеры? Ну, пожалуйста, камеру, это раз. Почему? Во-вторых, у меня нормально. Вы забрали, уберите, пожалуйста, камеру. У вас здесь фирма, куда сюда? Если вам еще раз сказать, почему вы будете? Может, официально здесь есть арендатор. Арендатор сейчас в отъезде. Поэтому попросил меня заехать сюда. Давайте сейчас приедет сопротивленная группа, следователь, эксперт. Хорошо, все приехал. Все приехал. Что еще? Еще не все. Оказывается, это вы тоже не имеете отношения. Молодой человек, если вы включите камеру, я уже сказала, это территория не Укрводхоза. На данный момент это арендованное помещение. Канат почему находилась? Это вопрос к ней. Я не знаю, какой бизнес она ведет. Это помещение арендует мой родной брат. Дальше. Так а мама что здесь делает? Я не знаю, что ей брат позвонил, и она сюда приехала. Откуда я знаю? А брат далеко? Брат за границей.